Всем привет, друзья, с вами Неломоб, и сейчас мы запишем продуктовый челлендж в альфе номер один. Вы писали в предыдущих видеороликах, именно там, где мы собирали другие, в других альфах собирали различные овощи, фрукты и так далее, продукты, что нужно такое же сделать в альфе один. Ну, собственно, сейчас это и совершим. Но вначале, чтобы начать игру, нам нужно все-таки переночевать, чтобы успешно и сделали. Так, давайте же посмотрим, что у нас тут есть. Машина. Продуктов я здесь никаких не наблюдаю, поэтому нам придется искать продукты где-то вот здесь. Продуктов тоже нету. Очень светло, слишком как-то даже аж светло. Но ничего страшного, мы продвигаемся дальше, открываем двери и ждем, вернее, ищем. О, сосед уже меня сразу увидел, надо убегать быстрее, 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 быстрее. Потому что он бежит, по-моему. И надо спрятаться, переночуем, может быть, он так успокоится немного. Фу. Очень громкая музыка. Очень плохая музыка. Так, давайте искать продукты. Продукты, сосед. Мне нужны твои продукты. Вагонетка. Продукты, сосед. Так, мы можем включить котел. Мы его заморозим, соседа. Так, тихонечко. Я вижу продукты. Это наша цель. Надо скоммунизить немножечко продукта. Сьюзи, по-любому надо забрать. Сьюзи, да, она пригодится в нашем доме. Значит так, забираем бананы, яблочки. Бежим домой. Наверное, мы будем бегать через задние двери, чтобы он нас не спалил. Бежим. Ой, домой добираться довольно-таки далеко. Мы будем, наверное, самые главные продукты собирать в багажнике. Так, Сьюзи, ты здесь стой и охраняй наши продукты. Так, все. Мы сейчас будем понемножку продолжать наш грабеж. Вот же кухня, цветы. Вы помните, что они тоже, в принципе, съедобные. Поэтому их тоже будем забирать. Бежим, наш автомобиль. Будем сейчас прятать все наши вещи, все наши фрукты и овощи. Так, яблочко не падай. Так, все хорошо. Давайте смотреть, что же здесь еще можно такого намутить. Хлебушек. Бежим домой. Бежим. Багажник, боюсь, что даже не поместит всех фруктов и овощей и всех штук, которые мы сможем скушать, схрумать. Видели, там даже есть такие уже нарезанные хлебушки. Помидорки, хлебушек. А, все. Вернее, хлебушек, яблоки. И там был... Еще одна штука была. Так, это все. Ой, не помещается. Что же происходит? Как мне тебя туда... О, засунулось. Так, у нас будет полный багажник еды. Уху, это очень меня радует. Цветочки. Так, цветочки. Забираем цветочки. Но тут, по-моему, еще цветы. А, нет, это газонокосилка. Мне показалось. Быстренько бежим. Так, цветы. У меня уже полный багажник цветов. Ура! Сейчас мы еще что-нибудь намутим. Так. О, макаронки. Ваза. Какая красивая ваза. Мне она понравилась. Хоть это и не продукт. Не... О, тут полно еды. У него на кухне. Это нас тоже очень радует. Бежим только домой, чтобы он сосед нас не заметил. Так, что мы... Сьюзи упала. Ну, ты будешь лежа опять охранять. Это ничего страшного. Лежачая позиция. Ваза! Зачем здесь ваза? Здесь ваза не нужна. Здесь нужны только продукты. Цветы, возможно, мы поставим вот здесь, чтобы как-то они много места у нас не занимали. Цветочки. Пожалуй, тут пускай постоят. Цветочки, да. Неужели... Сьюзи, что с тобой происходит? Ты освоила... Освоила левитацию? Ты теперь умеешь парить в воздухе, что ли? А ну-ка, посмотрим, как ты отразишь... удар вазой. Тыдыщ! Даже вазу! Ничего себе! Ты сумела сделать так, чтобы ваза не разбилась. Волшебница. Так, подождите. Давайте искать дальше продукты. Вот, пожалуйста, бананчики. Забираем бананчики. Швабра не нужна. Молочко. Забираем. Там был еще кусок хлеба. Большой кусок хлеба. Мы это все сейчас заберем. Я не знаю, куда делся сосед. Но пока его нету, это мне только на руку. Потому что я обязан собрать все при все здесь. Мне нужно побольше продуктов. Где же еще продукты есть? Вот они, тут на кухне. Открываю. 4 целых яблочка. Ура, это хороший улов. Яблоки очень полезные. В них много витаминов. А, Б, С, Е, Д, Ё. И так далее. Яблоки. Яблочки хрустящие, яблочки голден, вкусненькие. Так. Возможно, где-то я даже здесь найду хлеб. Раз, два. Так, хорошо. Здесь может быть
Где-то в тумбочке еще спрятано что-то вкусненькое, сосед. Признавайся. Может быть, в микроволновке? Нет, ничего нет в микроволновке. О, вот молочко. Я нашел все-таки что-то еще покушать вкусненького. Молочко. Мы сможем кушать хлебушек и запивать молочком. Что немаловажно для нас. Оп-оп-оп-оп. Все отлично. Да, собирали. Бежим дальше, бежим. Что же нам тут нужно еще насобирать такого вкусненького? Вкусненького, наблюдаем, бля. Может быть, что-то все-таки припас сосед в шкафчиках. Мы сейчас все обыщем, нет, все пусто. Холодильник пустой. Ведра нам не нужны. Может, в этих шкафчиках что-то лежит. Нет, ничего нету. А тут не открывается. Ничего не наблюдаю. Сосед какой-то незапасливый у нас. Давайте искать дальше. Шкаф, кашу нету. О, может быть, он любит ночью спит себе такой ночью. Опа! И что-то хрумает, бананчик где-то здесь, молоток, мне нам не нужен молоток. Может быть, в ванной что-то здесь подхрумывает иногда. Здесь тоже котельня, возможно, нам все-таки нужно на второй этаж пробраться. Картина нам не нужна. Надо из... О, по-моему, он меня засек, убегаем, цветочек пройдем и убегаем, быстрее, домой, быстрее. Оп, вот яблоко выпало, как же мы так, я сосед... Прячемся куда-нибудь быстрее, чтобы он нас не заметил. В уголок тут сядем тихонько и будем сидеть, пока не пройдет этот ужасный звук. По-моему, он даже не собирается проходить, ну ничего. Пускай будет. Будем искать, продолжать дальше, нас это не остановит. Ух ты, второй этаж? Вот он второй этаж. Вот он второй этаж. О, как страшно стало, какие шумы, какой звук. Как будто сосед где-то совсем рядом. Так, стульчик убираем, здесь должны быть какие-то продукты. Я чувствую это. Ботинки, о, цветочек, пригодится. О, господи, Сьюзи напугала меня. Так. Надо найти побыстрее какой-то продукт. А то у меня уже ломка, я хочу кушать. Так, здесь закрыто. Вот здесь. О, точно здесь есть макароны! По-любому я знал, что здесь будут макарошки. Макарошки, что у нас здесь? А, тут у нас отмычечка. И все. Оп-оп-оп. Хорошо. Тут у нас продуктов нету. Отбойный молоток. Хорошо, лезем вниз. Собираем продуктики. Продуктики собираем. Давайте сейчас это все сбросим, пойдем еще дальше на второй этаж. Цветок, я забыл, что мы тут цветы собираем. Вот, у нас уже полный багажник еды, наконец-то мы насобирали очень много еды, много-премного еды. Второй этаж ждет нас, второй этаж ждет прямо-таки нас. Так, застряла акула, хорошо. Отмычка. Давайте же пробовать. Ваза, бинокля нам не нужна. Но там была еще вот здесь, да-да, он тут любит посмотреть телевизор и что-то посмотрит. Включим телевизор, вот так. Хорошо, по-моему, мы полностью все, что нам нужно было, отсюда похитили. И это чудесно, потому что у нас очень большие запасы теперь еды. Просто огромные запасы еды. Надеюсь, что нам этого хватит на целый год. Вот, смотрите. Целый багажник еды! Надо же, как много еды. Я даже не ожидал, что мы так много сможем себе наворовать. Это просто невероятно. А я думаю, что вам этот видеоролик понравился. Вы его оцените по достоинству. Поставите, может быть, лайк. Может быть, расскажите друзьям про меня. Ну, про канал, про видеоролик в целом. И про все такое. Передадите привет Сьюзи. От Сьюзи. Ты как-то... Давай, что ли, вот здесь стой. Сверху охраняй. Как бы наблюдай сверху, уже виднее. Ну, а я буду с вами прощаться. До скорой встречи, ваш Неломоб. Пока.